Так, хочу записать лайфхак. Увидела это, если честно, тоже в Ютубе у одной девушки. И увидела именно видео с разницы где-то в 6-7 месяцев. В общем, этот вот горб. Я не знаю, какой он у нее был, природный, неприродный. У меня он не природный, он механический. Вот, но тем не менее я хочу попробовать. Она советует вот эту вот штуку, которую вы все знаете, да? В день, с утра и вечером массировать вот так. Ну, я не знаю, для кого это подходит. Для тех, у кого это от природы, или для тех, кто это приобрел, так скажем, да? Вот, она советует массировать. Все-таки действительно кость, если у нас зубы ходят, да, из стороны в сторону, стоматолог не раз мне тоже рассказывал, что в принципе зубы такие существа, которые могут так сидеть, ну и по-разному, да, я думаю, что кость, она тоже имеет такую структуру, что она может немножко видоизменяться, поэтому я в это поверила, что в принципе на чуть-чуть может что-то поменяться. То есть проблема в чем? Чтобы кость немножко, как мы удлиняем, получается, мы ее немножко удлиняем, мы ее немножко продвигаем. Я не знаю, что может быть. Вот, либо массажировать роликом вот так. Как бы пытаться ее теперь не вытянуть, а распрямить. Причем, ну, и одной стороной можно попробовать, и другой. Вот, я вот делаю это сегодня второй день только. Естественно, результата еще никакого нет. Но хочется в это верить сейчас. Операцию я делать не хочу. Я не люблю наркоз. Я боюсь вообще, в принципе, операций. Вот, поэтому, ну, естественно, это некрасиво. Это шишка, это как мозоль какая-то костная, которая. То есть прямо ее, ну, вы не увидите у меня. Вот, но сбоку ее видно. Ее видно, и как бы я пытаюсь, меня дочка зовет, разгладить ее. Такая палетка классная. С переливающим вообще золотым. Мне тут цвета очень нравятся. Золотой. Такой набрала. Серебряный. Вот это другой немножко серебряный. Класс. Ну-ка. Да ты сама сейчас себя так накрасишь, Алис. Поспокойнее, не надо так давить, их не надо выскабливать. Это для теней, не для щечек.